Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Левит, я технический специалист бренда Stout. В этом видео я расскажу вам все о наших шаровых кранах. Шаровые краны Stout сделаны из латуни. Они могут применяться как для систем отопления, так и для систем водоснабжения, в том числе питьевого. Их главное достоинство заключается в их конструкции. Шаровый кран Stout имеет двойное уплотнение штока. Одно уплотнение сделано из тефлона, которое обеспечивает идеальное скольжение в любых условиях. И вторая прокладка сделана из специального материала, который называется витон. Он обеспечивает герметичность как при использовании в системе воды, так и этилен и пропилен гликоль, содержащих теплоносителей. Шток также имеет специальную подтягивающую гайку, которая позволяет подтянуть вамсальниковое уплотнение, если вдруг по какой-то причине возникнет необходимость. Ручки у нас бывают двух вариантов. Это ручка-бабочка, сделанная из специального алюминиевого сплава, имеющая 4 дополнительных пломбировочных ушка, которые также являются и ребрами жесткости для усиления ручки при сильных воздействиях, если кран вдруг залипает. И ручка-рычаг, сделанная из стали со специальным покрытием. Шар в наших кранах сделан из латуни и имеет специальное покрытие. Оно идеально отполировано для того, чтобы на него ничего не налипало, если у вас в системе будет, например, грязная вода или какой-то теплоноситель с осадком. Также важно обратить внимание на технические характеристики. Давление рабочее на этих кранах до 50 бар, если мы говорим про кран диаметром 1/2, и рабочая температура до 150 градусов. Важным моментом также является то, что шаровый кран, состоящий из двух половинок, имеет разрез, вот ту часть, которая соединяется между собой, за шаровым краном. То есть если вдруг у вас по какой-то причине даже будут какие-то неполадки, вы всегда сможете надежно перекрыть подачу в вашу систему и сделать необходимые профилактические работы. Шаровые краны Stout застрахованы на сумму 1 миллион евро, поэтому вы можете быть полностью уверенным в их надежности и долгом сроке службы. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.